Всем привет, вы на канале «Правильный выбор». В этом обзоре речь пойдет про холодильник Garinier NRK6192AC4, NRK6192ACR4, NRK6192AR4, NRK6192AW4, NRK6192AXL4. О лучших ценах и актуальном наличии вы узнаете из подборки ссылок, ее оставлю в описании. Чтобы не пропустить выход нового видео, подпишитесь на канал и активируйте колокольчик, а чтобы поддержать канал, пишите комментарии и ставьте лайки. Холодильник выглядит лаконично и в то же время элегантно. Он хорошо вписывается в интерьер современной кухни. Электромеханическая система управления обеспечивает полный контроль над настройками. Цифровой дисплей, на который выводится важная информация, находится на внешней стороне двери, поэтому ее надо открывать, если вы хотите уточнить актуальный температурный режим. Удобный контейнер просто меняет предназначение с хранения рыбы и мяса на хранение фруктов и овощей, чтобы можно было без проблем разместить все свежие продукты. Одна из лучших систем охлаждения на рынке, установленная в морозильном отделении, предотвращает образование инея и льда в морозильном отделении и снижает уровень потребления энергии. В результате вам не требуется размораживать морозильное отделение, и его пространство можно использовать более эффективно. Упаковки продуктов не примерзают друг к другу, сохраняя порядок в морозильнике. Ионизатор Ion Air создает внутри прибора отрицательно заряженные ионы, которые равномерно распределяются по всему холодильному отделению с помощью новой системы вентиляции Multiflow 360 градусов. Воздух, обогащенный анионами, сохраняет вкус продуктов и удаляет неприятные запахи. Этот просторный ящик с помощью низкой температуры и автоматического контроля влажности продлевает свежесть продуктов питания. Функция Smart Humidity постоянно поддерживает оптимальный уровень влажности в ящике с помощью специальной мембраны, которая автоматически выпускает избыточную влагу, сохраняя свежесть и внешний вид овощей и фруктов. Функция Fast Freeze быстро замораживает продукты при минус 24 градусов, чтобы сохранить все полезные свойства. Примерно через 2 дня функция автоматически выключается, и температура морозильного отделения возвращается к исходному значению. Проанализировав отзывы, я выделил основные негативные и позитивные моменты. Сейчас поделюсь с вами. Начну с отрицательных. Подставка для яиц на 8 штук. Греются боковые стенки. Отвратительная сборка. Видны следы от рук. Теперь перейдем к положительным. Звуковые и световые сигналы. Мощность. Есть режим эко. Вместительный. Температуру держит хорошо. Бесшумная работа. Система Frost. Простота управления. Напоминаю, что ссылки на полные характеристики и выгодные цены оставлю в описании под видео. Чтобы не пропустить новый обзор, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. Не забудьте поделиться мнением в комментариях и поставить лайк. До скорой встречи на канале «Правильный выбор».